Здравствуйте, мои необыкновенные! Я счастлива видеть вас на своем канале Таро Солнца. С вами Евгения, ваш личный таролог. Давайте посмотрим перспективы ваших отношений. Вы можете загадать определенный срок, либо же вообще посмотрим на будущее. Перспективы отношений. Ну, по семерке мечей здесь, знаете как, идет обман. Обман в чем заключается? Ага, смотрите как, вы не появляетесь, не проявляетесь друг другу, но манипулируете. Перспективы отношений. Ой, слушайте, тут все очень хорошо закончится. Здесь и свадьба, здесь и рождение детей, здесь создание семьи. Поэтому все эти манипуляции закончатся, если у кого-то там были измены. Знаете, если у кого-то были какие-то двойные игры, либо же не двойные, а вообще связанные даже с... идет с потока... общая ситуация, либо же окружение, либо же страна, в которой вы живете. Знаете, здесь какой-то целый микс. Девочки, будете его женой. Понимаете как? Здесь и десятка пентаклей, и карта императрица показывают то, что для кого актуально и рождение ребенка также от этого мужчины. Здесь получите то, что вы хотите. Да? Не нужно, главное, начинать сомневаться. И будете сомневаться, что будет. А будете сомневаться, будет девятка мечей, разочарование полное. Поэтому, девчоночки, все отправляем во Вселенную с уверенностью и получаете оттуда все, что вы отправляете. Отправляете сомнения, приходит ответ «нет». Для Вселенной нет хорошего, плохого, доброго и злого. Поэтому позитивно настроились, да, выдохнули и получили от жизни все, чего вы хотите. А так и будет, сказала Вселенная. Верно? Да, он будет вашим мужем, король Пентакли. Ставьте лайк для исполнения. Пишите «принимаю», «благодарю». Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока.